Привет, на канале Малышка ТВ. Сегодня я буду свои украшения любимые показывать. Где ты их взяла? На море. На море. Кто-то подарил, да? Какие-то сами купили. Они в этой коробочке? Да. Ну, давай, показывай. Ух ты! Сколько у тебя всего? Вот мой браслетик. Где ты его? На море купила? Да. Часто ты его носишь? Ага. Да? Под какое-то платье, да? Угу. Красивое. Вот еще такое. Тоже браслетик? Да, бусинки и хрустики большие. Да нет, улитки. Наверное, какие... Ага, улитки. А ну, померяй, покажи. Красиво. Угу. Вот еще такое. А твой любимый есть какой-то браслетик? Угу. А ну. Ух ты, красиво. Покажи самый любимый. Вот этот? А кто тебе его дал? Соня Матвей. Это она сама плела? Да. А вот еще колечко где-то. Ага. Еще есть резинок, комплект. А, ну одень, покажи. Красиво. Угу. Тебе нравится? Да. Ты его часто носишь? Угу. А давай то, что мы показали зрителям, будем ложить отдельно. Вот сюда. Это показали. Есть. Есть. Угу. И вот еще такой. Угу. Тоже это что там, улитки, бусинки. Ага. Красивый. Да ты у нас модница? Ага. Я даже не думала, что у тебя так много украшений. Еще браслетик вот такой. Давай я тебе его помогу одеть. Он как-то там затягивается. Ася. А ну бери за вот эту ниточку, ага. За вот эту желтую, да. Тяни. Угу. Красиво. У тебя прям, наверное, к каждому наряду есть, да? Ага. Вот еще вот такой. С клубничкой. Как часто ты носишь украшения? Это очень нежно, очень красиво, да? Угу. Как часто ты их носишь? Ну, может, чуть-чуть редко, но ну, одеваю. Иногда. Угу. А вот такие бусы. А ну, померяй. Да, только, наверное, надо перекрутить немножко. А ну. А браслетик еще к ним есть? А, это другие уже. Ух ты, какие красивые. Где ты взяла? Я взяла. Забыла уже. В магазине? Mm-hmm. В просторе? Mm-hmm. Красиво, ты модница. Так у тебя таких, я смотрю, два. Два. А ну, они два вместе носятся, да? Какой тебе больше нравится? С розовеньким. Да ты вообще у нас фиолетовый. А, ну да. А это розовый. А еще у меня есть... Это тоже был браслет, но он... Ого, какой сейчас стал, растянулся. Сейчас на ногу мамонта влез. Или как бусы, да, тоже. А может, бусинки. А вообще сблизи, если приблизить, то он красивый. Угу. Там маленькие хрустики и ракушки вот поломанные, да? Угу. Ой. Ну, все как будто на каблуках, да? Угу. Вот у меня такая цепочка серебряная. Покажи. Ух ты, с сердечком. А сердечко открывается? Угу.
Давай я попробую. А вот посмотри. Иконка. Красивая. Ты ее часто носишь? Редко. Редко. Ты все редко носишь? А это что у тебя такое красивое? Что? Заколку. Красивая. Цветочки и бусинки. Что у тебя там еще? Меня? Это браслетик, Даша, там написано, да? Ши и осло. Не, это по-английски, это буква Д. Ди. Ди? Ну, там было слово Даша, ну, уже у нас такое. Так, это же мы показываем. Так, вот у меня корона. Давай ее померяем. Ладно, а не сломать. Ты часто такое бывает. Ну, она отпадает, да? Ну, там крепится. Красивая да. Корона. Это ты, наверное, ее носила. И эта корона. Это тоже. Маленькая. Прям принцесса-принцесса. А вот такая еще одна заколка. С цветочком? А ну, стой. Наверное, она самая красивая. Одна из самых красивых. А вот моя шпилька. Китя? Люблю кота, и вот Китя. На платье с Китя одет шпильку Китя. И осталось только мяукать ходить. Да? Мяу. А это что у тебя такое? Это я когда была на море, я носила всегда вот это. Дельфинчик? Красивый, это как кулончик. А вот моя сережка. И вот я. Клипсы, да, наши? Угу. А вот видишь, буковка А. А. Это с браслета с того. Угу. Вот тоже с цепочкой. Колечко. Ух ты, какое колечко красивое. Да ты вся модница. Скажи, понравилась вам моя коллекция? Ставь лайк, если понравилось. Напиши комментарий, да. Что больше понравилось. И подпишись на канал Малышка ТВ. Пока-пока. Пока.